Подскажите, какие наиболее изношенные дороги в Мариуполе по участкам, если можно? Могу назвать сразу. Улица Новосибирская, при Кормиловский район. Проспект Лунина участок в районе морского пароходства. Набережная тоже. Постмост, проспект Никопольский в очень плохом состоянии. Проспект Металлурга, участок тоже в Кальмиловском районе до моста. И вот внутриквартальная дорога, это вот это горе. Снег, холод, растаяло, холод, снег, растаяло. Вот эти так называемые циклы размораживания. Замораживание не сделали все с этими дорогами. И они пошли даже быстрее, чем мы предполагали. У нас был плохой прогноз, а он оказался еще хуже. Скажите, а вот те дороги, которые подрядчики новым, более прочным асфальтовым покрытием, они выстояли, показали себя хорошо? Отлично. Как вы думаете, они выдержат срок гарантийный? Выдержат. Если все, есть ли возможность у города все дороги сделать такого качества? Вы знаете, такого качества дороги – дорогое удовольствие. Его Киев не может себе позволить со своим бюджетом. В этом году планируется какой-нибудь из дорог делать именно по такому вот варианту? Конечно. Какие конкретно участки? Участок проспекта Мира, участок будет продолжаться. Это то, что я вам могу точно сказать. Это запланировано на 2019 год, да, имеется в виду? Да, это будет... До автостанции? Нет. Второй. Смотрите, это будет... Мы пойдем в сторону Досафа. А, вниз. Понимаете. Да. Это будет точно в таком же ключе, как и проспект Мира в 18. Все тот же асфальт современный, качественный, вы видите его. Приятно по центру ехать. А на силами Автодора какие конкретно дороги планируются на 2019 год, но уже утверждено? Ну, конечно, планируем. У нас есть порядка 9 дорог. Скажем так, 23 тысячи тонн мы выпустим своего асфальта, и все ляжет на дороге. А сколько это по квадратуре примерно? 230 тысяч квадратных метров.